Значит, получается, она приезжала только за наследство? Получается так. Сама мне говорила, как она бабушку любит. И даже со мной на кладбище не поехала. Почему ты мне ничего не рассказал? Да не знаю, ну прости. Вся эта ситуация с бабушкиным домом, с деньгами, было не по себе, думал, сам справлюсь. И для того, чтобы эти деньги заработать, ты пошел бить людей? Да я не знал, что это твой одноклассник, честно. Ты себя слышишь вообще, Миш? Ну какая разница, одноклассник это мой или просто чужой человек с улицы? Я тебя не видела никогда таким. Каким таким, Али? Чужим и врущим. Я вообще думала, что я обозналась. Ты просто поверь мне, Алина. Поверить? Я поверила уже. И про кетчуп на рубашке, и про вечерние тренировки твои. Я не удивлюсь, если про тетю Галю с ее наследством ты мне тоже сейчас наплел. Я говорю чистую правду. Я не знаю. Ты куда? Пожалуйста, не ходи за мной, мне нужно побыть одной. Молодежка. Взрослая жизнь. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.